Просто. Ивана. Короче, Иван, походу. Все видно. Ой, спасибо. Ты меня успокоила. Ты бы меня вчера перезапустила, и мне... Короче, те, кто смотрели меня с ПК, дальше стали смотреть, а с Соньки ни хрена не видно стало. Да ты задолбал! О, вернулась первая жизнь. Дайте мне снайперку, в конце концов. Нет, 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 не делай этого больше, пожалуйста. Это что за прикол? А, они сверху еще падают. Вот в чем основной прикол-то. Я проверю, люди. Да нет, говорят, все видно, Вова. Так что я спокойна. Это какой-то карлик. Что надо там? Ого! Кажется, я подошла близко к какому-то монстру. О, а что ты говоришь в шестом резиденте? Там что было? Там разве было что-то типа такого режима? Наемники там, наверное, были, да? Видно это видно, но четкость было бы неплохо. Блин, тогда все равно придется перезапускать. Ну-ка. Слушай, действительно квадратит сегодня. Ой, ну если я буду перезапускать, то на этот раз вообще все полностью, потому что обычно перезапуск что-то не помогает ни хрена. Уже, наверное, к нему туда надо идти. У меня кубит. Ты действительно футбол так активно смотришь или прикалываешься? Я его не активно смотрю, я просто его смотрю. Знаешь, я смотрю, когда играет наша питерская команда «Зенит». Ну, смотрю, да. Я не могу сказать, что я прям знаю там. Ну, «Зенит»-то я знаю футболистов, но каких-то других футболистов я особо не знаю. Просто смотрю, выиграли или нет. Все, в общем-то. Так что... Я не могу сказать, что я разбираюсь в футболе, это точно не так. И там в том же рейде или наемнике одно и то же было. Ой, блин. Короче, меня убивало постепенно. Так, ключ мне не дают, говорят, что я еще кого-то убить, походу, то... Или мне дали ключ. О, ключ-то мне дали. Так, даже монета есть. Я вижу, кстати, вот то, что квадратит, вообще жесть. Ты тоже за «Зенит»? Ну, конечно. За кого же еще? Ты тоже за «Зенит»? Ну ладно, перезапускаю третий раз. Знаете, бывают такие дни, когда ни хрена не получается стримить. Что нет-то? Не перезапускать? Я вижу, что все в кубиках. Ребят. Монету бе... А, нет монет, бей, когда всех врагов. А почему? Да ладно. А я думала, что если монета доступна, то все надо бить. Спасибо, что сказал. На Твиче эти дни. Да, бывают такие дни, когда не получается что-то со стримами. Я не привыкла стримить, когда что-то квадратит, кстати.
А у меня на ноутбуке уже не в квадрате ни хрена. Вверху справа написано, сколько надо убить. Херово, чё. И что получается? То есть я миссию не прошла или прошла? Наверное, не прошла. Завершить игру. Голосовой журнал, это что такое? Не знаю, не хочу слушать. Улучшение оружия. Оценить. Получишь за зачистку уровня медаль. А, блин, да ладно. Кто же знал-то, блин. Ну что? А, нет, слышите, во время движения квадратит. Я заметила. Все, давайте, короче, перезапускаю последний раз. Может, кто-то из вас еще вернется ко мне на стрим. Посмотрим. Я тоже посмотрю. Если будет квадрат, я, конечно, не буду сегодня больше стримить. Печаль. Ладно, сейчас перезапустим.